Здравствуйте, с вами Олегыч, и вы на канале Олегыч Геймс. Мы продолжаем игру Mars Warlocks. Так, в прошлом видео мы именно здесь и закончили. Так, что у нас тут по заданию? Так, дневничок. Задание. Оружие. Раздобыть оружие. Вот и есть это сейчас здесь наше задание. У нас там еще дополнительное есть, но то не суть важно. Так. Ага, на максимум, а сколько это максимум? Еще и награду могу получить. Так я могу и припрятать какое-то себе оружие. Так. Буровой колодец. Буровой колодец. Как-то вроде с виду все неплохо выглядит здесь. Я думал, какие-то шахты подземные пока что. Я вижу, что здесь вроде бы как... Что за территория? А, блин, смотрите, какая тут территория интересная. Так, а где мое оружие? О, огнестрелочка. Так, это будет 2. Да, пускай это лекарство будет 4. Согласен. Ага, необходимо выбрать цель. Понял? Так, хорошо, давайте тут осмотримся. Я думаю, что здесь где-то нычки должны быть по-любому. О, мы уже нашли одно. Так, у нас 150 здоровья, кстати. Кость уже. Хорош. Новый какой-то. Или уже был, может, этот материал, я не помню. Но кость. Что-то вроде бы как новое для меня. Так. Еще одна нычечка. Так, ткань. Тут ничего. Какой-то мужик. Говорить со мной явно он не хочет. Да тут еще есть люди. А, вот, вооруженные даже. Че, пойдем с отрядом, наверное? Отпетых мошенников. О, теперь я понял. Да-да-да. Hope you know how to use that thing. Them bugs don't just dance. I know, that's what's freaking me out. You see those guys that came back up? No, and I prefer it that way. At least I'm not shitting myself like you. Now, it'd be real nice if you could stop giving us all the creeps. All right, whatever. Just don't expect me to go first when we get there. Right. This way we can take care of the nests by ourselves and get the bounty. Bounty. They didn't tell you? There's a bounty if you destroy the nests. Guards will give you extra stuff. So far, I haven't heard a lot of squads getting that far, but hey, you can always dream, right? Ага, до гнезд надо добраться. Понял. Главное, чтобы у нас патронов хватило, то все остальное чепуха, как по мне. Блять, как-то мне моторошно туда лезть. Ага, эти двое со мной получается, да? Не, может, вернемся, нам не подходит. Так, хорошо. У нас только один разговорчивый парень. Я тут, наверное, сохранюсь на всякий пожарный. Так. Наверное, сюда. Так, ну что ж, погнали. Блять, стрёмная здесь какая-то пещера. Ага, пригвозди их. Понял. О, вот эти красавцы. Сразу же повылазили, а? Вот черти, а? Так, ребята. А он автоматически, получается, стреляет.
Ага, у нас уже не так много патронов, как я думал. Так, ага, вижу. Эти гнезда я могу и палкой. Зачем мне тратить патроны, блин? Радуйся. Ну попробуем по-тихому, хорошо. Так, я хочу пообыскивать тут все. Ничего не найдено. Блять, какие-то голые боссы. Блин, бедняки. Так, где-то здесь я видел труп человека. Ага, его нельзя обыскать. Так, ну эту кучу точно нам. Кость, о, отлично. Еще какой-то чувак. Так, ну что ж, мы неплохо здесь повоевали. Давайте сохраняться при таких замесах. Ну, ничего сложного не было, но хер его знает. Может, там потом какой-то главарь вылезет. Я же не в курсах. Так. Спустились. Опачки, вижу. Может, патроны возьмем? Так что ты там собрал, я надеюсь? Так, я хочу посмотреть по дневнику, что у нас там творится. Взять 3 ствола, оставшиеся от предыдущего отряда. Ага, один ствол мы уже нашли. Так, тут... Ага. Блин, можно лезть наверх. Дайте я хоть гляну на карту. Блин, да и здесь интересно всякого. Давайте сначала сюда спустимся, потом вернемся, если что. Так, это второй ствол. А, не. Ого, самодельная бомба. Это что-то интересненькое. Бля, что-то мне кажется, что здесь будет весело. Ёж твою мать, ребята, вперед. Это какой-то здоровый, блядь. Все уже? Убили его? Да, какой-то как босс. Может, с него что-то можно найти будет? Кожу, нихера себе. Так, тут ничего. О, а чё? Лезть наверх можно, понял. Так, 2 ствола нашли. Какой-то мусор. Есть такое дело. Так, мы отсюда пришли, да? Дайте я гляну на карту. Можно взобраться наверх и глянуть, что наверху. Конечно, давайте посмотрим, почему бы нет. Там какой-то есть как бы небольшой коридорчик и... Небольшая площадочка. Там точно что-то должно быть. Ну и, конечно, я думаю, что там я какой-то хрен должен тоже быть. Вот он, блядь. Ёп, твою ж мать. Пошли нахер. В рукопашку их, блядь. Сукины дети, блядь. На, блядь. Мелкие твари. Фу, хорош. А что, одного из наших уже коцнули, да? Ага, я понял, я не могу пока отойти от боевки, пока вот это все здесь не перегашу. Эх ты, сукины гнезда. Так, жизнь у нас автоматически восполняется, это просто прекрасно. Ой, у нас уровень даже поднялся.
Так, что там пос... Не, последний ствол. Нету, да? Так, куча мусора. Так, тут нихера. А вот тут есть что посмотреть. О, химикаты. Этих мелких было целая куча. Так, и этот. Красавчик. Кожа. Так. Так, нам надо сюда. Не, подождите, давайте сначала на навыки перейдем. Сколько у нас там? 2 очка дали, да? Так, а что у нас тут? У нас максималка. Тут максималка, тут максималка. Так, что-то у меня там по жизням было интересное. А ну, подождите. Пускай будет. Так, в режиме скрытности. Я знаю. Давайте пока что вот это улучшим. Так, тут делаем назад. Так. Умение. 2 очка у нас есть. Три очка стоит. Три очка, ищейка. Короче, надо очки собирать. А что ищейка дает? Ага, вероятность найти добычу. Хорошо. Окей, давайте сохранимся. Так, окей. Так, 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 так. Что у нас там по жизням? 150, хорошо. Так, теперь у нас остается вариант сюда идти. Ты что, тут поднялся даже? Я думал, его убили. Так. Хорошо, а что у нас по задачам? Там что-то обновилось, я видел. Взять 3 ствола. Раздобыть оружие. Ага, мы уже себе его раздобыли. Понял, понял, понял. Какие-то шмары капают с потолка. Блин, там пещерка такая не маленькая. И явно там кто-то обитает. Блин, чувствую здесь. А у меня же и патронов нету. Или есть? А нихера там нету у меня, по-моему. Да, пусто, блядь. Зато есть мина, и зато есть самодельная бомба. Угу. Херово. Я остался один. Хорошо, что я сохранился. Я думаю, тут надо бомбу самодельную делать будет. Сейчас я чуть-чуть. Так, надо хоть кого-то добить. Вот этого вот мелкого будет легче. Блять, ну я же не могу все инъекции сейчас здесь просрать, правильно?
А что с этим кабаном делать здоровым? Сука. Сука, всех тут забил. Эти двое легли как осиные, блядь. Неженки, блядь. Засранцы. Чё за туннель? Hey guys, you see that? And don't feel like you're letting us do all the dirty work, huh? Not like we need a distraction, you know? Seriously, look. Looks like some metallic stuff down this hole. That's the bugs tunnels. Far as I know, they don't use metal for supports. That's fucking weird, man. Almost looks like pre-turmoil shit. Stuff built by the colonists. Holy shit! You sure? Relics? I said almost. We gotta go back up fast and tell the guards. We'll get triple rations. You sure got a problem with food. I'm with you on that, though. And anyway, who knows what's down there? Better we tell them to go down and see for themselves. Да, здесь что-то интересное может быть. Туда нам лезть не надо, да? Так, давайте тут осмотримся. Или мы можем туда пойти, если что, ну? Обыскали, хорошо. Ух ты, 5 патронов нашли, отлично. Так, а по карте это что пока? А, я вижу, что это по карте. Господи. Так, мы еще не были там в одном туннеле. Я вот не знаю, что делать. И давайте сохранюсь-ка я вот здесь. Не вот здесь. Сделаем сохранение. Сейчас вернемся. Там есть одно место, где я еще не был. Там внизу. Не знаю, куда там дорога ведет, но там непонятно. Надо осмотреться. Сейчас бы, конечно, патроны собрать было бы очень неплохо. Так. Ага, нам сюда. В принципе, мы недалеко отошли. Бля, я забыл, что он может еще бегать. Так, нам сюда. Да, давайте глянем, что тут есть. Ох, твою же дивизию. Ой, красота. Валите их нахер. Ой, красиво мы их тут порвали. Все-таки толпой легче. Come on, we're done. Let's go see the guards. Wait a second. I almost forgot. I got one last thing to do. Так, есть такое дело.
тут все до конца осмотреть. Что тут еще может быть? Вижу. А что тут у нас? Ох ты, блин. Ну, патрончиков бы. Так, что у нас там есть? Так, дневник. Хорошо, конечно, предметы. Не понял, у нас уже 8 сывороток есть. Ничего себе. Что за конструктор? О, сделать боеприпасы можно, да? Из чего? Ага, понял, сывороток надо больше. Да, у нас тут, кстати, довольно проблематично с этим. 10 патронов есть. Все, возвращаемся туда. Я хочу еще один проход просмотреть. В принципе, нормально тут зачистили. Почему там именно задание? Очень странно. Что-то пропустили, что ли? Ага, спрятать оружие. Все, я понял. Так, давайте сначала в тот туннель пойдем. У нас такая возможность появилась. Вот он. Так, я сохранюсь на... На новый, то, что мы... Где это у нас тут последнее сохранение? Вот оно было. Такое запасное. Give it a rest, guys. I ain't going down that hole. No way. Okay, okay. We said we'd tell the gods when we're back up top anyway. But we're not done down here. So, let's get this over with and then go talk to him. Ага, я не могу туда пойти. Все, я понял. Блин, жалко. Хотелось глянуть, что там. Так, заныкаем оружие. You're not a little, like, nuts or something? What are you thinking of doing with these guns? Listen, you've done more than enough for these guys, don't you think? They're our enemies or what? I don't mind killing a few bugs for a bounty, but I'm not helping them more than that. Jesus, a patriot. No worries. I won't say a word. Pisses me off too, helping those sons of bitches. What do you want? I'm sick of hanging around these caves. You want to go back up? Yeah, I think we got all the bastards. We're gonna get a great reward. And we'll see what they say about all that stuff in the lower tunnel. Okay, let's go. Так, опа. А ну-ка, что за награда? Really? Are you sure? I can't be completely sure, but there's metal in one of the tunnels, manufactured. Unless you put it there, it's gotta be really old. All right, I'll call the boss. But I really hope you're right. I don't know what yours are like, but our technomancer isn't exactly laid back.
это они не могли тех кротов зачистить, блядь? Да там пару ребят с оружием, они бы там все захреначили в говно. О, техномат. Нихера себе. Ага, вот он. Это типа его дочка или жена, тут непонятно. Хорошо, сейчас услышим, что нам скажет интересного. I've been told you found something suspicious. Report, soldier. Yes, sir. The cleaning squad went down, but they came back early, saying they found some metallic debris in one of the tunnels. The prisoner says they're relics. I thought I should tell you. If they actually are relics and not the fantasies of a group of gullible fools, you did the right thing, soldier. So, prisoner, describe what you saw and what makes you think it was relics. Unless you happen to be an expert. I'm not the one who said they were relics, sir. I'm, he did. I just saw metal scraps down a hole in it. Enough. You, speak. There really is metallic debris in one of the tunnels dug by the moles. Old metal, manufactured. That's why I think it could be what's left of some colonial facility. And do you have much experience with colonial facilities? Not really. It's just a guess. Well, well. A smart prisoner. This camp is chock full of surprises. Mary, my dear, do go down and see what this is all about, will you? Tell me if our local genius here is right or wrong. Yes, master. And take him прям как джедай. With someone else. Наставник. Give me a report. And, Mary, don't take any unnecessary risks. Yes, master. Master. Надеюсь, мне патроны дадут, мастер. Так, мне уже самому интересно стало, что же это? За шняга такая. Ага, ну мы тут же всех перебили, в принципе, что переживать. И не боится он ее отпускать, может она какая-то супер... воин? It's here. We didn't go down. The debris looked strange, so we went back up immediately. Oh, really? Really? You're right. It does look like pre-turmoil ruins. Ну чё, пошли? Ну, мне интересно, чё там. Так. Так, мы спрятали оружие. Трезвость ушёл. Ага, с нами этот хрен остался. Так, а чё у нас вообще там по заданию, если не секрет? Ничего интересного не написано пока что. Так, давайте сохранимся. Так, есть. Пошли. Может, что-то найдем хорошее. Ой-ой-ой, чувствую, здесь будет сейчас какой-то босс. Угу. Здесь дохера этих гнезд сраных. Может, она сама со всеми тут разберется? Я посмотрю. Такая шляпка у нее смешная. What did you do before the war? Well, I... What the... Ух ты, блядь. Вот это я уже считаю серьезная шняга. О, нихера себе. Надеюсь, она будет одна. Что-то ей похеру. Только не теряй сознание, дорогуша, блядь. Ёж твою мать. Сука, пошли нахер. Не, ну так нечестно. Так, мне надо ее видеть. Блять, она еще и своих хвалит. Я понял, надо вывести ее из равновесия. А как это сделать? А, я понял, как это сделать. Надо эти яйца полупить, наверное.
Че ты там не злишься? Ты бы помог. Блять, жизни у меня, конечно, жопа. О, наконец-то это поднялось. Так, меня сейчас тут на шмате подерут. Давай что-то делай. Блять, давай гаси, бу, меня сейчас тут пошматуют, дура, блять. Я тебя сейчас пришмандёчу, блять. Давай, давай, воюй, блять. Мне похеру, я не буду тут сейчас за всех отдуваться. Ёж твою мать. Не-не-не, это очень жестко. Блять, я сейчас, сука, динамита ёбну, блять, чтобы вас разорвало там всех. Так, а что там еще у меня осталось? Мины, блять. Блин, я аж не знаю уже, что тут ставить. Пошла ты нахер. Ну и чё, подруга? Пора уже что-то делать. Блять, а как она достала? Ты чё, блять? Ёбнулась там, что ли, блять? Такие клешни большие, блядь. Есть. Давай. Запусти уже какую-то торпеду, блядь, в него. А, молодец. Фу, блядь. И чё теперь? Such a shame. We'll never know what was in the tunnel now. Maybe we could send in a squad to clean out the rubble. With that creature down there? With all due respect, ma'am, I don't know many people with the guts to do that. You told me exactly what to do. How is it that you know so much about the powers of technomancy? I worked with one once, nothing more. Is that so? Fine then, let's return. I must report this. Так. Я все ожидаю, какую награду нам отвалят за такой поход. Roy, if you need a hand for a job or something, you know where to find me, right? Так, еще надо его найти будет. Что от него можно какую помощь взять? Даже не знаю, честно говоря. Так, что за разговор тут будет, интересно? Далее по морде на ней, по ней даже и не видно, кстати. Master, they were indeed relics from pre-termal times. They were? The tunnels were inhabited by a queen, who had to run away and collapse the tunnel. I failed, Master. I'm sorry. Miri, I am sure you did what had to be done. I told you not to take any unnecessary risks, and you did not. You did well. Осматривает ту плюху, которую она получила.
Я, честно говоря, так и не понял этот прикол. Побил я эти все яйца, и вдруг, блядь, все закончилось. Ее надо было разозлить. Все понятно. Так. Королева кротов. Ух ты, ё. Угу. Надо дать. Значит, давайте тут сохранимся. Отдаем. Trace of the others. Sorry, but it's kind of dark down there, and we were under pressure. The bugs were everywhere, so no, I didn't see anything. Shit. Think we're gonna have to send out a patrol. We can't leave those guys lying around in the tunnels. Too bad about the reward. Come on. Что значит пролетаю? Ну ты сукин сын, блядь. Что мне нужно? Show me what you have to sell. Так, давайте глянем хотя бы, что тут есть. Можем ее купить? Недостаточно. А я себе свою старую продал. Или у нас это типа 8 их, да? Угу, понял. Пошли нахер. Да, не очень разговорчивый. Хрен. Так, что тут? Ничего не появилось интересного. Так, я, кстати, там еще один кусок территории не осмотрел. Я сейчас быстренько туда сбегаю. Жестко там все. Тут ни хера нету. Тут вообще живут люди как скот. Так, надо быстренько тут осмотреться. О, можно поболтать. Полевики. I figured you were from Abundance. I was asking about all your pasts. It has been said we are the descendants. That is all. Так, понятно. Yes, we were born monsters, beasts, not men. Мы родились зверями, монстрами, ни хера себе. Так, все, удачи. Так, эти не хотят поболтать? Не хотят. Эти тоже молчаны. Так, тут мы не пройдем. О, наконец-то какая-то куча мусора. Это что такое? Ага, смотреться можно. Давайте посмотрим, что тут. Вау, какие красоты. Так. Кто это? Шлак? Или кто это? Или шаг? А шлак? I see. Do they talk that kind of shit in Abundance too? You doubt. And yet the Eternal Avenger has protected us and we are here. Since the turmoil we have been paying for our treason. You were born like that?
Yes, as are all of the mutants in this camp. We are the descendants of the first traitors. Каких-то предателей, блин. Хрен поймешь. I prefer it, in a way. The new generations are worse than us. They are born men and have betrayed. We inherited the fault. You seem very devout. Faith is perhaps the only thing left to us, even if it is a heavy burden to bear. Все, мне пора. Так, давайте еще здесь быстренько осмотримся. Ух ты, еще куча какая-то металлолома. Так. Тут ни хрена. Так, там мы видели. Ага, тут еще кусочек остался. Неужто тут ни хрена не будет, блин? Мне аж обидно. Могли бы здесь что-то заныкать. Хорошо. Надо нам в администрацию за наградой, бы там ни хрена нам вообще не дали. Так. Где же это администрация? А, вот администрация, вижу. Хорошо, давайте здесь сохраняемся. Уже в следующем видео продолжим. Так, сейчас я быстренько посмотрю, что у нас тут. Давайте сюда сохранимся. С вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.